Шалом, Расеры. Собственно, играл целый вайп и не стал делить его на два ролика, так как моментов интересных слишком мало. С самого начала мне не очень везло, но к концу вайпа стало получше, и мы смогли даже порейдить, правда, только с разрывных патронов. Ну, и все, всем приятного просмотра. Ой, да ты рофлишь. Хорошее начало, мне нравится. Нет. Да. Нет. Так давай тогда это. Факел мира. Камень боли. Уебать ты, мудак, ты ж меня запрёшь. Алло. Шёл. А пока. Пока. В смысле пока? Всё, теперь ты это. Не-не, всё, теперь ты. А, ты еще и пароль вести не можешь? Да, прикинь, не могу. Ну смотри. Двери снять не могу. А, теперь, короче, ты... Домашний вайл, ты смотри, смотри. На, просто, вот тебе пожрать. Не-не, да. Все. У тебя вода, все, живи здесь. Тебе там нормально? Нормально. Я пока тут бабки ставлю. Нет, это не нас, Рейс. Алло. Вот он стреляет. Без зеленых патронов. Вижу его. Понимаешь, чтобы стрелять. Попал в него. Последняя стрела, чел. Последняя стрела. Попал. Убил. Хорош. За лэпом один. Я понял. С этим, блядь, с арбалетом сзади, типа. За домом железным. Ага. Это ты, блядь, за железным домом? Да, я. Я по нему хуярю. Че, у него тактори... у него много скрапа. А тут несколько типов просто бегает. Около этого дома, нашего. И они ко мне бегут. Целый ребик. Я бегу. Они в доме? А? Да бля, чел, ну у них такая огромная хата, ты думаешь, он... Да вдруг нет, чел, откуда ты знаешь, он один играет.
просто байк. Дай посмотрим, что. Челики залутаны, челики залутаны, бегит! Калашист, надо стреляться. Да, надо. Один? Не знаю. Убил, убил. Хорош, наверное. Да еще один. Это Сталин. Или нет? Да, там вроде были шаги. Или если это не ты. Я иду. Ты идешь, а я ухожу. Давай. Залутал класс, ухожу.
видишь тело? Под цистерной. Под? Да, вон, видишь, возле этого. Возле бочанка Иванова. Пойдем. О, кстати, дом строится. Слышь, вот под нами прям. Может, разъебем? Типа хуйню эту. Или так зайдем? Там открыто. Чтобы шуметь. Это понятно. Руки в гору! Ресурсы на землю, быстро! Ну, блядь, это же есть, нахуй. Смотри, разделяет. Там что у него камень на двери? Дверь? Так, пружина. Нет, забей. Отдай ему, короче, типа вот это. Камень, дерево нам не нужно. Отдай ему, короче, все кроме пружин и стенки. Че? Короче, держи вот эту хуйню. Я еще корпуса заберу. Решил дожечь дом, короче. Вдруг там что-то будет. Что-то вообще не очень. Они, видимо, на старте вышли. Чего? Чё? Чё так много? Так, ну ещё двери скрывать будет. Так, ладно. Сколько резов? Сколько компонентов? Чего вообще? За одним... Так, короче, забираю всё. Хорошо, надо по-быстрому всё перенести. Так, он даже не закрыл двери. Один с хп. Налево, направо. Я думаю, ну. Три с хп. Бесит то, что огонь. Еще. Это, наверное, последняя дверь.
Я сюда бью. А, еще бью. Что есть? Я сюда бью. У меня 140. Сколько? 140. Держи половину. А тебе откуда 100? Ты мне 300 скинул. А. Чё? Я тебе 300 скинул? Да куда так много-то? Не, ну можем здесь выломать, конечно. Мне кажется, это вообще не окупной рейд. Они типа... Снимают... Знаешь, короче, походу, как, типа... Смотри, типа, идет туда, и там, походу, вот так она обходит, и там заход. Так, а там нет... Да потухни уже. Нет, смотри, там вообще... это застроенная, блядь, хуйня. Ты слышишь? А мне кажется, это байт ебаный. Типа, бля, это очень странно. Ну-ка, отойди. А может это лутовая такая? Они типа просто снимают так, да, да, да. Отойди. У нее хп как у стены. 500. Ну а что нам остается? Ну только... Либо по тем дверям идти, либо... Там шкаф, походу. За теми дверями, походу, шкаф. А мы можем до шкафа дойти, а потом... Не снять просто эту хуйню. Да. Типа да. Ну давай. Ты рофлишь. Ну да, тупо... Бля. Тупо, блядь, бомжи ебаные нахуй. Вот как это, блядь, называется, скажи мне? Сколько тебе патронов осталось? 60. Можно 4 потратить и патронами добить. Можешь мне дверь оставить. Сразу дать, чтобы я их поставил. Давай. Ты бежишь? Сейчас бы запрыгну так. Запрыгну. Не зря. Чё там? Да прям окуп. Неплохо. Не, мы окупились. Печки. Если тут не 1,4 миллиона, я не играю. Блин, надо эту хуйню открыть. А, это типа ключ, слышишь? Это киянка, это ключ, чтобы открыть ту. Угу. Да ну, а я тебя о чем, блядь? Смотри, видишь? Да, не ломаем. И как бы... Да. Это такой пидорский дом. Я в ахуе вообще. Да, мы даже эти залутать не можем. Сука, ебать, они пидоры, да? Thank you.
Нет, это 100% они поставили. Воду свозить. А, ну, смотри, на топливо, воду, да? Если что они сделали? Нормально. Мне кажется, это они так специально сделали, чтобы их не зарейдили. Да здесь что, они типа застроили ее нахуй? А, я понял, прикольно. Ну да. Погнали. Аутав там. Угу. Хорошие патроны. Угу. Минус. 3 хп. Ну да, вот как и было. Понял. Лишние патроны не тратим, это... Ты порох тратишь, понимаешь? О. Ну, я тут был. Слушай, а тут даже лучше. Так, погоди, я тут шкаф уже. Дадим. Патроны. Ой, патроны, дверь, блядь. Ну, да, пиздец. Вообще не очень. Ну, вообще ни о чем. Типа, ну, больше времени потратили. Да, понял вообще, по-моему. Да, гнище. Третий верстак. Может, это просто кибитка для космодрома? Типа, блядь, тут дохуя антирадов, типа. Пошёл, гоу. Чё, гоу? Я так залечу. Ещё дверь. Так, уже там мясо пережарено. Минус патрон. Там ещё, по-моему, двери. Да не должен там еще. Тебе воин. Подожди. А, все. Собственно, все. Шкаф. Окуп! Еще один окуп! Кстати, нет, серый есть. Давай. Разъебу шкаф. Блин. Дверь ставь. Печки. Ничего там. Печки. Плохо. Ну, патроны немного купили все. Да. Верстаки себе вести скап. Полностью дом поставил. Да я понял, но, блядь, у меня вообще на калаше бледа выстрел патрон. Все? Все. Ты пришел. У меня, понимаешь, меня зафризило, у меня вообще все там в лагах, я нифига не вижу, меня убивает гандрап, выпрыгнуть не могу. Я. Тихо, не заходи. Я понял. Нет, я тупой, я второй раз зайду. Красиво. Ладно, еще один, наверное, там будет. Нету. Шкаф открыт. Не говори, я хочу сам посмотреть. Да, блядь, хуйня ебаная. О, вот это вот неплохо. Really not bad. И тут not bad. Ну и тут not bad. Ну и тут not bad. Типа для такого домика это нормально. Самая новая школа, правит один и кока-кола. Да, я самый свежий в рэпе. Распускаю свои серии номер один в Майнкрафте.